Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шоу Трибун. Сегодня хочу поделиться рецептом приготовления вкусного торта в сковороде. И нам понадобится яйцо. Одно яйцо, но еще пару ингредиентов. И мы с вами приготовим очень ароматный, вкусный торт в сковороде. Готовится легко, просто. Конечный результат просто бомбический. Начинаем готовить. Поехали! Предварительно берем сковороду. Я уже смазал ее хорошенечко сливочным маслом. И присыпаем сахаром, обычным сахаром, хорошенечко. Обязательно берем ароматные яблочки, желательно, конечно, домашние. У меня это просто сладкие, можно взять кисло-сладкие. И просто нарезаем на вот такие вот дольки, ровно дольки, а режем на кругляшки, друзья. Серединку убираем. Укладываем все в сковородку. Берем миску и отправляем в первую очередь яйцо. Отправляем щепотку соли, ванильный сахар, 60 грамм сахара и взбиваем все венчиком. Взбиваем нашу массу вот до такого состояния и отправляем еще 60 миллилитров растительного масла. Добавляем также 150 миллилитров молока и снова хорошенечко взбиваем. И также понадобится мука, у меня здесь 150 грамм, хорошенечко перемешиваем. Не нужно сразу всю муку добавлять, для того чтобы ее легче и проще перемешать. Вот такое у нас получилось тесто. Взял пол чайной ложки соды пищевой и буквально также чайная ложка уксуса. Это вместо разрыхлителя. Тщательно перемешиваем. Теперь равномерно накрываем тестом наши яблоки. Отправил сковородку на плиту и теперь готовим на очень медленном огне наш торт. Минут где-то 15-20 точно. Прошло ровно 20 минут. К пальцу уже не липнет. Нам нужно его перевернуть. Можно взять тарелочку, а можно прямо в сковороде перевернуть. Смотрим, чтобы не прилипали края. И еще ровно 5 минут на другой стороне. Сковородки накрываем крышечкой обязательно. Все, ждем 5 минут. Дайте минут 5 остыть и потом уже можно нарезать. Пробуй.
Получился очень нежный, вкусный, ароматный. А самое главное, готовится очень легко и просто. Ну, просто нет слов. Готовьте вместе со мной. И с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока. Не забываем подписываться на мой второй канал Шустрый Микс. Также на мою страничку в Instagram. Все ссылочки в описании.